детского словли. Be not wait for Coco. Кошечка не отстает. Молодец, моя девочка. Вот мы тут останавливаемся, а тут живут собаки. И они постоянно за нами наблюдают. Такие вот бульдожки. А мы тут все нюхаем чего-то, да? Кто там? Ой, какие! Пошли. Молодцы. Вот так мы потихонечку и ходим. Все нюхаем и смотрим. Где там, что там, как там. Да? Что там? Послушайте, как птицы поют. Вот тут вот каждое утро я приходила и просто как-то релаксировала. Конечно, если отключить слух от транспорта, который рядом ездит, иногда у меня это получалось. Вот просто слушаю птиц, и такая какая-то релаксация наступает. Очищение твоей души, что ли. Такое успокоение. Всегда мне нравилось, в принципе, гулять с собаками и за это еще и деньги получать. То есть я просто сидела, гуляла, любовалась вот этими цветами, слушала птиц. Тут еще когда деревья вот эти вот все в зелени, тоже красиво. И летом вообще я очень сильно любила гулять с собаками, потому что, ну, это как-то заряжает твой день. Ты прогулялся час по такой вот природе и чувствуешь себя бодрячком. И вперед дальше бежишь по своим делам, делаешь много всего, успеваешь. Вот опять камелия. Вот так вот я ходила и просто наслаждалась природой, погодой. Погода, конечно, сегодня не очень, но вот иногда проскальзывает такое голубое небо. Хоть что-то можно увидеть. Ну, через полчаса может вообще полностью небо смениться. Может быть полностью черным, может быть полностью синим. Прям как в лесу. Птицы поют. Такой релаксейшн. Медитация. А да, когда мы сидели на лавочке, ну, мы с собаками пройдем так, кружочек, второй. Нам же целый час надо гулять. И сядем на лавочку, там я просто сижу, их держу на руках. И сейчас мне очень хорошо и комфортно, даже несмотря на то, что я гуляю с ними бесплатно сегодня. Кошка идет, а сама посматривает. Где там Настя? Где Настя? Где Настя, пинат? Кока знает, где Настя. Настя тут! Тут Настя! Кока! Где Настя? Коко! Где Настя? Come here. Come here. Come. Come, my little girl. My little girl. My little, little girl. Давай воротничок тебе прикроем. Вот так. Не замерзла? А? Кто там? Большая собака? Ну, пошли домой. Let's go. Пошли еще на лавочке посидим и пойдем домой. Let's go cross here. Это весна. И здесь, в принципе, всегда, но так вот в перспективе смотрится очень зеленый лужок. А, да, тут еще попугаи у нас завелись недавно. Вот это сейчас они кричали. И вот там где-то на дереве вон сидит. Это попугаи кричат. Тут еще и зеленые попугаи. Последние, наверное, 7 лет я их уже замечаю. Но вот в этом парке конкретно они всегда тут летают, они здесь живут. Сейчас на лавочке немножко посидим. Да, девчонки? Come here.
Вот так мы любили сидеть. На лавочке, да, пинатка? Ути моя кукла. Садись. Сид. Sit down. Вот так. Вот мы вот так сидим. Кошек, come here. Иди на ручки. Иди, я тебя возьму. Вот ты моя куклюшечка. С куколкой мы вот так вот любим лежать, да? И мы поем. И моя радость усни, в доме погасли огни, птички умокли в саду, рыбки уснули в пруду, месяц в окошко глядит, ветер в окошко стучит, глазки скорее сомкни. Спи, моя радость, усни, усни, усни. И вот так вот она релаксирует, моя куколка. А пенатка глядит, где там белки, где там дичь, куда можно побежать, кого можно схватить. А кошечка просто релаксирует. И вот так мы часами могли сидеть в парке. В таком парке приятно и посидеть. Да, кукушек? Моя кукла. Мой кукленыш. Коко! Let's go down. Come on. Come on, my little girl. Вот так. Вот молодец. Все, пришли домой. Звоним. Пустите нас, пустите, мы домой хотим. We've got some treats in the cupboard. Yeah, this is for peanut and for cocoa. Okay, let's see how do you remember. Coco, sit. Sit. Well done, Coco. One. Good girl. One. Good girl. Peanut. Up. Well done. Peanut. Up. No. Coco. Sit. Peanut. Sit. Well done. Peanut. Coco. Ой. Ну, кошечка уже слепая. Еще будете? Sit. Sit down. Good girl, Coco. Peanut. Sit. Peanut, sit. No? Good girl, Coco. Up. Peanut, sit. Все. Bye. See you next time, girls. Bye-bye. Все, одеялки упаковали мы кошечку. Peanut, ложись. Легай. Lay down. Lay down. Все. Молодцы, теперь вас двое. А, кошечка уже спит, да? Спит моя куколка. Ложись, спи. Ложись. Вот так там садик такой, вид красивый. Ушки, ушки на макушке. У пенатки тоже ушки. Все, спит кошечка. Спит моя девочка. Все. Ну все, ушла я от собак. Еле-еле распрощалась. Очень жалко их покидать. Кока, мне кажется, не доживет до моего следующего раза, если мне придется в следующий раз лететь не по этой визе, а где-нибудь там в ноябре, в декабре. Ах, не знаю.